Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life. Приветствую вас на Диком Западе, и сегодня посмотрим такую игру, как Train Valley. Ну что ж, попробуем. Цели уровня. Доставьте как минимум один дополнительный поезд, 46 фрагментов, заработайте как минимум $5000. Начать. Опа. Достройте путь, дотянув рельсы из зеленой клетки. Давайте попробуем. А как это сделать? Эй! А что такое-то? Может, на кнопках как-то? А, во! Не знаю, короче, тыкнул В. Вроде камера не двигается. Дороже. Корректируйте маршрут, возвращаясь назад. Ну, давайте еще протянем одну дорогу, коли просят. Стройте перекрестки, стрелки и удаляйте ненужные пути и мешающие объекты. Да вроде пока все нормально, ничего не мешает. Пусть можно остановить, запустив заново или развернуть. Ну понял. То есть, смотрите, получается, это вот его направление. Если он пойдет посуда, то... А можно как-то изменить? А, пойдет посуда. Да нет, может так маршрут поставить. Хотя, с другой стороны, ребят, может быть, можно послать один поезд отсюда, другой отсюда? Давайте попробуем. Нет, выехал один поезд. Тогда меняем направление. Посуда-то быстрее будет. Забавно так. Ну, такая казуальная игра, в принципе. Ну, визуально прикольно выглядит. Да геймплейчик какой неплохой. Сейчас посмотрим. Направляйте поезд, соответствующий по цвету станции. Опа. Черт. Тут-то со стрелкой я ошибся. Сейчас он просто кругаля даст и все. Понял. Короче, надо вот так ставить. Вот. И теперь нам новая станция доступна. Давайте построим дорогу. Это что такое у нас? Снести. Режим постройки. Ну, как-то вот... Эй, что такое? Бабосов, что ли, не хватает? Значит так, ты будешь ехать посуда. О-о-о-о, срочно сюда. Чуть не врезался бы ведь, а? Этот же посуда поехал, а этот бы посуда поехал. А если я так сделаю, тогда что он сделает? Он вообще выйдет сюда? Да, все нормально. Отправляем еще один поезд. То есть он, получается, вот сюда тоже приедет. 2000. Ну, отправляйся. Этот, в принципе, я думаю, успеет уже, пока этот едет. А сколько мы бабосов заработали? 3800. Ничего так забавно. Тут еще не готов поезд. Воу-воу-воу-воу! Это что такое? Откуда он взялся-то? Мы отсюда поезд не посылали. Ох, сейчас будет столкновение. Бабах! Ха-ха! Жесть! Завершить. Победа. Ну, вроде выиграли, не знаю. Завершить. Переходим к следующей карте. Так, направляйте поезд только на соответствующую станцию, доставьте как минимум 3 дополнительных поезда, потратьте как минимум... Ну, тратить ведь не добывать. Тратить всегда легче. Но одна станция есть, и вот вторая. Давайте построим тогда железку между ними.
А мост можно сделать? Нет, вроде. Ну, вроде как самый короткий путь. Тут, скорее всего, будет еще одна станция потом. А, вот здесь будет. Так. Давайте тоже здесь запилим железку. Вот, допустим, сюда. Нужно будет выбирать маршрут. Ну, давайте, погнали. Пока что только один поезд. Опа. Стопы. Посуда. Я эту стрелку хотел перевести. Выезжай. Первое задание есть. Потратьте как минимум 60 косарей. А куда их потратить-то? Всего 3 станции, в принципе. Отсюда поезд. Ну, сейчас подождем тогда уже этот. Потом отправим. Все, можешь уезжать. Главное, чтобы он обратно не поехал, а то они сами по себе могут обратно поехать. Отлично, здесь поезд готов. Сейчас отправим, когда этот приедет. А, этот надо было на желтую станцию. Блин. Нам же говорили точно отправлять. Угу, сейчас он, скорее всего, развернется. Перенаправляем его сюда. То есть желтый поезд для желтой станции. А это красный поезд ждет отправления. Ну, сейчас этот проедет уже, и потом мы следующий поезд запустим. В принципе, можно уже отправлять. Я думаю, времени хватит, чтобы перевести стрелки. Ну, погнал. Все, и спокойно переводим эту стрелку. Это тоже для синей станции предназначен. Не, так плохо. Чуть повыше камеру лучше. Этот на синюю станцию. Ну, давайте, отправляйся. И потом этот еще отправим. Он тоже на синюю станцию. В принципе, потихоньку можно уже отправлять его. Вот эту стрелку переключим. Потратить. А куда их потратить-то реально? Я даже не знаю, куда потратить. Просто лишние железные дороги построить. Ты что такое? Пауза. Ну и строительство здесь есть только, получается, железка. Это что такое? Заказать дополнительный поезд. Опа! Нормалек. Вон еще одна станция. Надо железку к ней протянуть. Не понял. Ну-ка, ICQ. Эй! Что такое? Не знаю, короче, почему-то не хотелось строить железка. Но вроде справился я с этим. Это на желтую станцию. Так, если на желтую станцию, можно вот так вот напрямую сделать. Значит,
переключаем стрелку сюда. Отправляйся. Это тоже на желтую. Воу-воу-воу. Это на зеленую. Сейчас хитро можно сделать. Вот так вот не получится так переключить. Черт, надо еще достроить железку здесь. Сейчас построим. Вот так вот. Ну и на всякий случай вот так вот еще. Хрень какая-то вообще тут получилась. Да, вот езжай наверх. И этот сюда. Этот на зеленую станцию, то бишь сюда. Так сразу отправляем тогда следом. Этот на желтую. Ребят, так они сами стартуют. Вот в чем фишка-то. Я же этот поезд-то вообще не отправлял. Сам стартанул. Этот на желтую. Ну, погнали. Переключаем эту стрелку сюда. А эту сюда. Сейчас этот поезд заедет. Мы сразу запустим его. Так, этот на красную, вниз. Нет, его нельзя выгонять. Еще этот поезд сюда едет. Так, этот вниз поедет, отлично. Тут на зеленую. Ну, в принципе... Не, надо подождать немного этот поезд, то не врежутся. Все, поехал. И заводим его наверх туда, на зеленую. А этот на красную, то бишь сюда. Стрелку переводим сюда и эту сюда. Мне кажется, в будущем там будут очень сложные миссии с кучей станций. Поезда будут постоянно пытаться прорваться, скажем так, и надо успевать только переключать стрелки. То есть это вначале же так легко и просто. Ты что, последний поезд? Потрати как минимум. Потратили уже. Это все? Я больше не вижу поездов. Да, это все. Завершить. Чуть такое, какую-то печать поставили, ладно. Франция. Цели уровня. Заработать как минимум $50, удалите объекты за $20 или $1000 или больше не допускайте аварий. Нормально-ка. Так, ну что, ребят, давайте, в принципе, и завершим этот первый взгляд. Я думаю, в принципе, вы для себя определились, уже стоит вам играть в нее или нет. Мне игрушка понравилась. Забавная, простенькая, скоротать вечерок, самое оно. На этом все. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Комментируйте, общайтесь, ссылочка с первыми взглядами на другие игры в описании под видео, вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока!